Между тем, в Пыскаре могут гордиться не только уроками рисования. Здесь еще и активно борются за экологию и приучают к этому подрастающее поколение. Вот и в этот раз решили совместить приятное с полезным. Проходит акция у нас в городе. Собираем батарейки, крышечки, макулатуру. И мы тоже решили присоединиться к акции «Наш ТОС». И собираем с ребятками батарейки и крышечки. Участие в эко-акции жители Пыскара принимают уже 3 года. Говорят, со счету сбились, сколько мешков батареек передали компании Green City. А теперь в селе появился и свой собственный экологический талисман – мальчик-пыскаренок. Его Елена Молокотина связала сама. Голубой цвет символизирует воды Камы, а зеленый – лес вокруг нас.